Всем привет! Сегодня займемся отправкой email. Для этого нам нужно установить следующие зависимости: Bamboo и Bamboo SMTP, то есть для исходящих писем. Также нужно их прописать в application, extra application, добавить их сюда, Bamboo SMTP, и потом запустить программу, команду mixdepth.get. У меня уже все установлено, поэтому остается делать только за вами. Теперь дальше поехали. А дальше нам нужно почтовый ящик, с помощью которого вы будете отправлять письма. Я, например, зарегистрировался на Яндексе. После того, как вы где-нибудь зарегистрируетесь, вам нужно будет создать email, создать отправщик мейлер и потом их скомпоновать, то есть отправить email в отправщик. Как это делается? Идем на страничку Bamboo, вот у нас модуль email, здесь показано, как формируется email, копируем. Отправим. Какой же мир. Так, сделали правку. Вот эта форма и эта форма, это одно и то же. Кому какая нравится. Теперь дальше поехали. Мне нужно письмо сформировать. Сначала я тело. How are you? Are you busy? Сообщение я буду отправлять самому себе. Сейчас я скопирую. Свой почтовый ящик. Вот он. Вот. Самому себе. Subject. Тестинг. Все, email у нас готов. Теперь нам нужно сконфигурировать отправщик. Снова идем сюда. Вот он у нас. Всего 3 строчки. Создаем mailer, x, вставляем. Делаем правку. Все, готово. Вот эта строчка говорит о том, что нам нужно внести некоторые настройки в конфигурационный файл. То есть нам нужно настроить адаптер. Для этого мы идем сюда. То есть то, что относится у нас к Bamboo SMTP адаптер. Копируем вот это. Все. И идем и вставляем конфиг. Конфиг. Так. Теперь нам нужно в соответствии с вашим почтовым сервером, который вы выбрали, сделать настройки. У меня это Яндекс. Так что идем и настраиваем. Так, упс, не то. Где там у нас email? Email, username. Так, Яндекс у нас требует 365. Вот.
сервера. Домен можно оставить таким, какой есть. И остается password. Password. Вот он, password. Значит, так, сервер, hostname, port, username, password. Говорим здесь SSL true. Использую аутентификацию, да. If available. Окей, теперь у нас вроде как все готово. Остается последний шаг. Комбинация имейла и мейлера. Значит, где это мы сделаем? А сделаем мы его в контроллере. Снова здесь добавляем алиасы. Word. Так, какие у нас были? Email и mailer. Email. Mailer. И как там у нас советовали? Здесь говорится доставка сразу. А это, вероятно, доставка позже. Окей. Все. Вроде как все готово. Тестируем. Так, где там у нас как mix bat PHX сервер. Come on. Так, маленькая поправка здесь. Забыл исправить. Итак, я запустил сервер, и как видите, письмо было отправлено. Причем оно, естественно, отправляется при каждом запросе. Поскольку я его поставил в такое место. Сейчас идем и проверяем наш почтовый ящик. И вот у нас письмо. Причем не одно, а естественно три. Thanks for joining, tasting. Все работает. Но хочу предупредить, обычно почтовые сервера ставят всякого рода ограничения, чтобы вы спамом не занимались.